Спасибо за аплодисменты. Это очередной выпуск программы «Черное зеркало», а в студии программы ее ведущий Евгений Киселев. Ну, понятное дело, что мы сегодня не можем не поговорить о выборах, о том, какие результаты ожидались, какие не ожидались, и что будет дальше. О коалиции и о многих других вещах, которые ждут страну впереди. Здесь вместе со мной, как всегда, мой коллега Алексей Лихман, ведущий «Подробности», мне помогает. Здесь другие. Известные журналисты. Я хотел бы особо поприветствовать главного редактора телеканала «Дождь», единственного оставшегося в России по-настоящему честного независимого телеканала, Михаил Зыгарь. Спасибо, что пришли. Я всех остальных буду, как всегда, представлять, ну, по мере того, как они будут включаться в разговор. Я, знаете, неожиданно хочу начать не с гостей политиков, а с господ журналистов. Вот здесь у меня Кристина Бердинских, обозреватель газеты, простите, журнал «Новое время», Александр Харебин. Вот вы, как люди, анализирующие, пишущие о политике, как вы оцениваете результат выборов? Вот что для вас было неожиданно, а что закономерно? Александр, давайте с вас начнем. Вы знаете, для меня было неожиданным прохождение оппозиционного блока в Верховную Раду, а также не прохождение сильной Украины. Успех самопомощи был прогнозируем, он ожидаем, ничего нового для меня не было. Поражение блока Порошенко при всей как бы кажущейся уверенности в том, что они победили, это было все-таки поражение. А это было неожиданно. Я сразу из вас перебиваю. Почему поражение? Ну, потому что ожидаемые 35% по спискам они не взяли, взяли 21, почти 22%. Это практически 40% падение рейтинга за достаточно короткий промежуток времени. И невероятный успех партии Яценюка. Это тоже неожиданность. Понятно. А вы что скажете, Кристин? Ну, я также не ожидала, что Яценюк по партийным спискам займет первое место, хотя сейчас, я так понимаю, между Яценюком и Порошенко начинается какая-то борьба, кто же все-таки первый. Порошенко говорит, мы победили, и у нас, потому что у нас будет самая большая фракция. Яценюк говорит, нет, мы же все-таки по процентам взяли первое место. Вот это для меня стало неожиданностью, и я не ожидала, что вот так сразу они начнут выяснять между собой какие-то отношения. Все-таки я думала, что процесс формирования коалиции будет идти более сглаженно. А вам, как Михаил, видится украинская предвыборная и послевыборная политика? Я не уверен, что я действительно имею моральное право давать оценки тому, что происходит в украинской политике. С точки зрения вдумчивого российского обывателя, но все-таки такого человека, который следит за Украиной, но по мере того, насколько за этим можно следить из Москвы, нам так или иначе приходится строить себе некие схемы в голове, потому что разбираться в тонкостях различий между партиями все-таки сложно. Поэтому схематично все политические силы делятся на условную партию мира и партию войны. И ожидаемо, вот по тому, как это видится из Москвы, партия войны победила, и вот это такой вывод, который, может быть, вы с ним поспорите, но это вывод, который представляется правильным мне. Хорошо. Алексей, а вы что скажете? Я выдохнул. Вы выдохнули? Я выдохнул, да, на самом деле. Более сложные, более грязные предвыборные кампании я в своей практике не помню. Было очень сложно работать, естественно. Я сейчас только одного не могу понять. Вот те люди, которые прошли в парламент, и победители в первую очередь, ну как они смотреть друг другу в глаза будут после того, что выливали друг на друга в течение 2 месяцев. И точно так же, как Кристина, я не ожидал, что раздоры и шатания вот начнутся буквально в первые дни. Сейчас я наблюдаю за перетягиванием одеяла. Можно задать вопрос, а почему это была самая грязная кампания? Да, очень много было. 2004 год вас не смущает? Кристин, до этого у нас не было войны. У нас никто не пиарился на крови.
Это все, ну, вы сами прекрасно понимаете. Ну, как бы, ну, это мое личное мнение. Нет, ну, просто хочется более объяснить. Мы как-нибудь посмотрим. Главное не смотреть сквозь прорезь прицелов, между прочим. Ну да, ну вот давайте сейчас у господ политиков спросим. Тут у нас представители разных политических сил. Вот я прежде всего хочу обратиться к Роману Зварычу, который баллотировался по списку партии «Блок Петра Порошенко». Вы пока не проходите. Но если кто-то из людей, которые стоят выше вас в списке, пойдет в исполнительную власть, то вы все-таки получите депутатский мандат. Я бы сказал, что я тоді буду мати можливість відмовитися від нього. Ну вот все-таки вы в некотором смысле живое свидетельство того, что партия, как сказал только что Александр Харебин, скорее проиграла, чем победила, несмотря на то, что у нее сейчас получается самая большая фракция. Но ожидания были выше. Вот с чем вы связываете то, что не набрала партія «Блок Петра Порошенка» стільки голосів, скільки ожидали, особливо по партійним списку. Давайте я насамперед почну з цього з іншого. Мені видається, що потрібно насамперед визначити, які є критерії перемоги чи не перемоги. Бо мені видається, що слід все ж таки констатувати, що після цих виборів основний переможець – це є український народ. Вибори, незалежно від того, що я тут почув, вони відбулися. Вони дали можливість все ж таки поміняти ситуацію в Україні. Вони також показали, що Україна, український народ хоче відмовитися від свого комуністичного минулого. Я думаю, що це є ознака перемоги, що вперше за історію молодої української держави в цьому парламенті не буде представників комуністичної партії. Другий критерій перемоги. В цьому парламенті, незалежно від того, що по різним політичним силам балотувалися колишні політики, такі як я, все ж таки перевага була віддана молодим обличчям, перевага була віддана, я би навіть сказав, молодим моральним авторитетам, які зможуть все ж таки представити нове обличчя України, не тільки перед українським народом, але також перед взагалі всім світом. Ну так, парламент у нас обновився на 56% по предварительним але даним. Але тут не тільки сама якість цих людей, які фактично здійснилися. Роман, ви ж дуже согласитесь, що от за цими молодими людьми це був баласт, на якому виплили тільки старі лица, які прикривались людьми з Кембриджа, комбатами, ну і якоби обновлення мені власті. Важко погодитися з тезою, що хтось прикривався з комбатами. Якраз коли я говорю про моральні авторитети, я в першу чергу маю на увазі тих, які віддають своє життя за Україну на передовій. Мені видається, що український народ все ж таки сприйняв цю тезу, що той, хто готовий пролити як тому, свою кров, нове, він повинен могти визначати політику цієї держави. І в цьому парламенті ці люди будуть, я вважаю, дуже основним таким фактором у визначенні політики України на майбутнє. Бо вперше в історії молодої української держави, крім того, що ми не маємо комуністів, ми маємо представників фактично тої касти українського народу, яку, я думаю, що ми можемо абсолютно сміливо називати героями. Вони є тепер представниками українського народу в самому парламенті, в самому найвищому законодавчому органу. Я вважаю, що це є перемога. Незалежно від того, які були рейтинги. Що, Роман? Есть надежда, что этот парламент наконец займется страной? Потому что было ощущение, что вот старый парламент недееспособный – это последнее препятствие на пути реформы. Вот наконец сейчас мы проведем досрочные выборы, и у нас наконец будет парламент, где будет, скажем так, проевропейское большинство, которое черпает свою легитимность или, скажем так, пытается черпать свою легитимность из источника под названием Майдан. Но вот смотрите, все хором говорят, что первое разочарование, что вместо обещанного стремительного подписания коалиционного соглашения и быстрого формирования коалиционного правительства, и, по крайней мере, там объявления, кто министр, понятно, что парламент еще должен собраться, надо выбрать спикера, да, но ведь в политике некоторые вещи можно делать и не дожидаясь формальных процедур. Мы видим, что затянулись кулуарные закулисные переговоры, и, похоже, опять мы
возвращаемся к истории про партийные квоты, про то, кто какую клеточку в этой шахматной доске заполняет. Нет такого ощущения? Мне видається, что это, швидше всего, попередні, можливо, навіть надумані висновки журналістів. Я не хочу критикувати тут журналістів, але я переконаний в тому, що в першу чергу буде ставитися... Та ми привичні, ми завжди во всьому винувати. Ні, я власне кажу, що я не хочу звинувачувати. Я думаю, що просто є певне очікування, але люди повинні зрозуміти, що якщо ми дійсно хочемо мати уряд і парламент, які будуть працювати на реформи, які будуть працювати на те, щоби... Змінити цю державу. Слушайте, уже в начале декабря, говорят, уже выглядит ситуация так, что это может надолго затянуть. Мова йде про достатньо комплексний документ, який мав би бути прийнятий, який мав би визначити дорожню карту діяльності не тільки уряду, але й також самого парламенту. Документ опубликован даже, но как-то нет желающих, не стоит очередь броситься его подписывать. А вы уверены? Я бы не сказал. Вы уверены, что сейчас этот вопрос затягивается только потому, что именно документ готовится, а не портфели делят? Так. Я в цьому переконаний. І поэтому виходять к общественности не с одним общим документом, а с несколькими. Я не знаю про Яценюк. Яценюк представляє свой, президент представляє свой. В Яценюка там є швидше всього перелік законопроектів, які потрібно прийняти. Чому його презентувати? Извините, Алексей. Извините, Роман. Я просто смотрю, что вот сидит Андрей Ильенко из партии «Свобода». 6 депутатов от партии «Свобода» прошли. 7 депутатов, извините. 7 депутатов от партии «Свобода» прошли по мажоритарным округам, а по списку... По списку пока никаких шансов нет, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Но вы так явно улыбаетесь, слушая Романа Зварича, что внутренне, мне кажется, вы с ним не вполне согласны, так? Ну, я все-таки хотів би сказати, що це така дивна ситуація в Україні, коли всі екзит-поли, всі без виключення показали впевнене проходження «Свободи» по списку. І чомусь офіційні дані разюче відрізняються тільки в одному цьому пункті в результаті «Свободи». І ми все-таки продовжимо боротися за кожен голос українця, відданий за нашу політичну силу. І хотів би сказати, що в будь-якому випадку «Свобода» буде представлена в парламенті. І наші мажоритарники, зокрема і я, ми будемо продовжувати ту саму політичну лінію і виконання нашої програми. Що стосовно... Вас пригласили вже в коаліцію, кстати? Зі мною поки що ніхто не говорив. А з вашими товаришами, які прийшли? Я так підозрюю, що ні з ким не говорили. А видите ви себе где? Що? Видите ви себе где? Насправді, я вважаю, що все буде дуже чітко і прогнозовано. Ми будемо підтримувати всі рішення, які йдуть на благо України. Ми будемо жорстко займати позицію, якщо ми бачимо якусь несправедливість, кулуарщину, і ми не будемо стримувати себе, як ми це робили в ущерб своєму рейтингу довгий час, тому що ми були певним клеєм, який склеював коаліцію Майдан. І всі казали, «Свобода» – це радикальна партія дуже, але при цьому «Свобода» була саме тією партією, яка тримала всіх разом. І дуже часто у нас із-за цього падав рейтинг, тому що люди хотіли від нас трошки іншого, так? Але зараз ми вже не стримуємо себе якимись зобов'язаннями. Ми будемо діяти відповідно до того, як є наша програма і наше бачення. Я хотів би сказати, що поки що до мене, наприклад, чи до інших депутатів від «Свободи» ніхто не звертався з пропозицією вступати в коаліцію. Якщо звернуться, ми розглянемо. Але головне питання буде нас цікавити – це не портфелі і не посади, а які принципи і ідеологія буде закладена в основу діяльності коаліції. Якщо, ну, я чому посміхався? Тому що я молодий політик, так? Мені всього 27 років, я вже другий раз обрався народним депутатом на тому самому мажоритарному окрузі, до речі. Але я вже доказали, за ці роки... що було не случайно ваша победа, ну, бачу, в 12-му дякую году. Всім, хто проголосував. Так от, я хотів би сказати, що за ці два роки в великій політиці я вже дуже багато побачив речей, коли от за оцими словами про те, що ми зараз тут узгоджуємо програмні положення, іде просто такий жахливий дерибан. І от дуже не хотілося б, я хотів би вірити, що це зараз не так. І дуже би хотілося в той момент, коли сьогодні продовжуються бої під Маріуполем, коли сьогодні продовжуються бої під Донецьким аеропортом, все-таки це все відбувалося прозоро, і це все відбувалося швидко, щоб ми зараз могли зайнятися обороноздатністю нашої держави, щоб ми зараз могли зайнятися проведенням не популістських заяв, а реальних реформ економіки для того, щоб зберегти державу. І сьогодні це є на першому місці. Тому, перш за все, дійсно, має бути в основі лежати ідейний принцип. Я вважаю, що від нас, від свободівців в парламенті, будуть чекати саме цього. Ми будемо відстоювати ті ідеї, з якими ми завжди йшли, і ми будемо завжди підтримувати всі необхідні конструктивні рішення, але наша політична позиція лишається за нами. Олександр Болтович.
Да, ви щось хотіли сказати, да? У меня два замечания. Я хочу обратить внимание, что коалиционное соглашение Яценюка было сделано, опубликовано ровно через два часа после опубликованного соглашения Петра Порошенко. Это говорит об одной простой вещи. Петр Алексеевич был уверен в своей победе, и та команда, которая готовила это коалиционное соглашение, и те законопроекты, и те реформаторские вещи, которые были заложены, они были прописаны, под них есть люди, команда и видение. У Сеня Петровича такого не было. Он не рассчитывал на такой результат. И та бумажка, которая называется «Коалиционное соглашение от имени Народный фронт», это не более чем бумажка из каких-то мусорных законопроектов, которые являются операционными, не являются реформаторскими и стратегическими. Это просто бумажка. Так, сейчас... Вопрос в том, зачем выходить тогда? Это первое. И второе, господина Ильенко не могут позвать в коалицию, потому что он не является представителем фракции. Насколько я понимаю, коалиционное соглашение обоих политсил говорят о том, что в коалицию вступают представители фракции. Поэтому сначала партийцы свободы должны определиться, куда они входят. Всеміром нельзя. Я перепрошую. Ми будемо мати свою неформальну, звичайно, формально ми не зможемо створити згідно законодавства, але буде наша неформальна група. До речі, я думаю, що варто подумати над тими патріотами і націоналістами, які теж прийшли від інших партій, зокрема від правого сектора, там Білецький, комбат Азова, який пройшов по оболоні в Києві, щоб думати, творити теж таке неформальне об'єднання патріотів в парламенті. Ляшко? Радикали? Ні, це трошки інше. І хотів би сказати... Ні, Ляшко не пойдете в коаліцію? Мобілізовані в коаліцію. Чекайте, у Ляшка своя фракція. У Ляшка своя фракція. Ми зараз говоримо про координацію між патріотами і мажоритарщиками. І ще хотів би сказати, що згідно, я зараз не захищаю цей закон, тому що я вважаю, що цей, у нас взагалі з Конституцією зараз великі проблеми, так? Я не захищаю, але згідно букви закону і згідно рішення Конституційного суду, до речі, по якому формувалася коаліція, по якому формувався потім уряд Яценюка, чинний зараз. Там є позиція, що можуть вступати і окремі депутати. Але це не означає, що я це зараз говорю для того, що, я ж кажу, якщо до нас звернуться, ми обговоримо це питання. Одно замечание у меня есть. Вот Роман Зварыч сказал, что, и я тут готов отчасти согласиться, что слава богу, что нет коммунистов. Коммунистов нет, а коммунисты сейчас, наверное, сидят и говорят, слава богу, что нет свободы, что мы одни такие. А можно я вас перебью? Я да. Человек абсолютно здесь да. Новый, и для меня именно вот эта фраза, может быть, как для такого идеалиста, да. Может быть, прозвучит дико. Почему считается нормальным в украинской политике говорить так вот, слава богу, что нет какой-либо политической партии, неважно, как она называется. Михаил, я как раз... Это партия, которая... Мы задаем это просто с нашими коммунистами, и вы тоже скажете, слава богу, что их Борислав, одну секунду, я вам дам слово. Я просто хотел сказать, не нападайте на Михаила, который не разбирается в том, как украинская политика. Я немного... Сейчас я вам строю из себя дилетанты. Все-таки я давно, сказали, давно в профессии. Вы видели, что когда сказали, слава богу, что нету коммунистов в парламенте, проаплодировали все, за исключением господина Шуфрича. Знаете почему? Потому что господин Шуфрич... Потому что господин Шуфрич, человек хоть и принадлежащий не совсем корректной силе, но он прагматичный и говорит иногда афоризмы. Так вот ему принадлежит афоризмы, что... Коммунисты – партия дорогая, но гарантированно обеспечивающая результат. А теперь ни на кого опираться. Деньги есть, а наемников нет. То есть у нас получается ситуация – первый парламент, в котором нету откровенных наемников. Ну, этому надо только поаплодировать. Да, спасибо. Алаверды, к вам продолжу. Почему я говорил, что... А потом вы, Нестор. Почему я говорил, что согласен отчасти? Потому что вот Компартия Украины, это, конечно, не просто Компартия, а это такая кондовая, сталинского образца, коммунистическая партия. При этом я хотел... Черт, следующее, что я сказал. Там это кондовы, не мешает им жить буржуазно. Кондовые люди имеют право... Может, ну, народ может не Они свои голоса собрали, но не хватило. Но я, например, считаю, что нехорошо для здоровой украинской политики того, что нет левой партии современного типа. Появится. Нестор Иванович, теперь... Михаил чисто интуитивно. Правильно. А правильно вас цитировал попутал представитель правого сектора? Пару слов попутал, но не важно. Михаил...
интуитивно правильно отметил суть проблемы. Ведь коммунисты проиграли, точнее не прошли в парламент, не потому что за них не проголосовали, потому что не хотят их, а потому что шансов не было за них проголосовать. Я объясню почему. Правильно говорил ваш коллега-ведущий, что более грязных и аморальных выборов еще в Украине не было. Я скажу почему. 4,5 миллиона наших сограждан, которые проживают на Донбассе, не имели шансов подойти к урне и реализовать свой голос. Первое. Второе. 1,5 миллиона, я уже не говорю, крымчан тоже не смогли воспользоваться своим конституционным правом. Была ж нормальная логика, и надо отдать должное представителям Батьковщины, когда тогда они тогда еще были едины, и частичные свободы, которые действительно были фундаментом еще той коалиции, которые пытались эти выборы перенести на период после установления стабильного мира. И они в этом были правы. Ведь логично было бы установить мир, провести конституционную реформу в вопросах децентрализации как базы для мира, как гарантии дальнейшего мира, а потом пойти на выборы. То, что вы говорите, боюсь, распространяется на Крым. Евгений. То, что Крым бы отдали вот так вот добровольно. Что произошло? Так сначала надо было установить мир, а потом не идти в условиях войны на выборы. Я не закончу. Скажите небесной сотни, Нестор. Скажіть, небесні сотні. Вони якраз віддали своє життя, щоб цей парламент, який в якому ви були, Романе, все ж таки пішов минуле. Романе, до сьогоднішнього у мене зворотне запитання. Заарештували командира Беркуту, який був головним звинувачуваним в організації вбивства людей з небесної сотні. Принаймні 49 людей, говорили, було вбито при його безпосередньому керівництві. Ваша влада, вибач, ти представляєш Петра Порошенка, його відпустила в залі суда. Тому про Небесну Сотню, будь ласка, тут є, ми ще поговоримо. І я хочу не менш за тебе знати, хто вбивав людей. Тому що я проголосував за припинення вогню, коли мені дзвонив Янукович і сказав, іди до мене і ні за що не голосуй. Тому давай так. Ми 10 років не знаємо, хто травив Ющенка і чи травили його взагалі. І повірте мені, через 10 років не будемо знати, що відбулося на Майдані. На жаль. Вбивали людей на Майдані, ваш колишній шеф. Многі обратили внимание, що в коаліційному соглашенні... Ви давали всім висказатися. Я вам верну слово. Я просто, щоб не пройшла тема. Я хочу сказати, що нет в коаліційному соглашенні пункта, і многі по цьому поводу вскидывают удивленно брови, пункта, где бы власти брали на себя обязательства провести расследование убийств на Майдане. Не будет? Конечно. Например... Дайте Шуфричу договорить, а потом вам слово дам. Что произошло? 10 говорю. Что произошло? Не. Еще років 10 буду говорить, заспокойся. Что произошло? Ведь если сегодня проанализировать результаты выборов, в том числе и в отношении оппозиционного блока, то мы выиграли в 6 областях. Не только на Донбассе. В 6 областях. А это в каких перечислите? Харьковская. Отдельное спасибо харьковчанам. Я хочу передать им настоящий боевой привет. Днепропетровск. Запорожье. Одесса. Луганский, Донецк. В Одессе там 1% еще высчитывают. Плюс-минус. Угу. И я хочу поблагодарить всех, кто пришел на эти выборы. И в этих чрезвычайных условиях проголосовал. Особенно на Донбассе. Я неделю назад в эти дни был на Донбассе. Я знаю, как там тяжело. И люди, тем не менее, пришли и под дулами автоматов проголосовали, несмотря на то, что с автоматами пришли на избирательные участки и на 3 участках переписали результаты выборов. Кто пришел с автоматами? Будем устанавливать. Они в балаклавах, они же не признают. Даже так в балаклавах. Еще следующее. Я закончу. Если сегодня сделать проекцию и аналитику, что было бы, если бы проголосовало те 4,5 миллиона людей с такой же пропорцией, то выиграл бы оппозиционный блок, и коммунисты были бы в парламенте. Вот это было бы честно. А вот если бы за них не проголосовали,
Тогда мы могли бы говорить, что люди их не поддержали. А их просто в парламент банально не пустили, как и не пустили наших товарищей. Вот это первый результат этих выборов. Угу. Манипуляционные ради власти. И, кстати, у меня вопрос по коалиции. А что, что-то изменилось от того, что было месяц назад? Те же самые, я извиняюсь, «Люби, друзья, два». Только теперь они не могут поделить портфели. Никакой идеологии, ничего там нет. Тупо не делят портфели. Пообещали за два дня объявить коалицию. Это то же самое, как пообещали за неделю закончить антитеррористическую операцию. Обещал Порошенко это, скажите честно. Обещал. И операция длится, и коалиции нет. Вот так у них все и будет. Хорошо. Спасибо. Да, пожалуйста. Давно просит слово Игорь Жданов, который представляет партию «Батьковщина». Кстати, как вы считаете, ваш результат справедливый? Я хочу, по-перше, подякувати всім, хто проголосував за партію «Батьківщина». Це перше. По-друге, я абсолютно радий, що тут присутні ті люди, з якими ми разом стояли на Майдані, і сьогодні вони обрані до Верховної Ради України. І Береза, і Зварич, і Ільєнко, і всі інші. І ці вибори, які були не зразком демократичності і прозорості, але вони були більш прозорими, більш демократичними, ніж вибори 2012 року. Це абсолютно вірно. Вони показали, що Україна проголосувала за європейський парламент, за демократичний парламент, і вона надала силам Майдану мандат довіри. Це я точно знаю. А слухайте, сьогодні наше завдання номер один – сформувати якнайшвидше коаліцію демократичних сил і сформувати її в абсолютно прозорий спосіб. Наша позиція, вас нас, позвали? У «Батьківщини» немає жодних умов ніяких міністерських процесів. По ходу, вопрос уточняючий. Позвали я вас? Скажу. Так скажіть сразу. Я скажу. Юлія Тимошенко зустрічалася декілька разів, Порошенко. Ви, напевно, читали заяву про те, що коаліція буде творитися з 5 демократичних сил. І ми зацікавлені, я особисто, щоб були... Там і в тому числі і мажоритарні депутати, наші побратими. І щоб Береза, якщо його влаштує, коаліційна угода її підписав і вніс туди свої зауваження. Ільєнко і 7 депутатів від «Свободи» підписали. Так говорять, тільки фракції можуть робити коаліцію. Ні, і депутати. Ні, от, і депутати теж. Да, Борислав, пойдете в коаліцію? Я хотів би сказати, рішення Конституційного суду дозволяє входити туди депутатам від різних фракцій. Наше завдання – зняти депутатську недоторканність, зняти, скасувати позаблоковий статус, щоб вступити до НАТО і прийняти ефективні закони про боротьбу з корупцією. Я також звертаюся до головного редактора «Дождя». А ви з Навальним і Ходорковським, у вас Крим наш чи все-таки Крим наш? Боже му. От мені цікаво просто. Не Боже. Не Боже. Це цікаво. Ви приїхали в Україну, знаєте, я вам можу російською мовою, моє прізвище Жданов, я можу вам російською мовою сказати. Ні, ні, я прекрасно розумію по-українськи. Так, да? Дуже прекрасно, ось так відьте. Я просто несколько часов в Києві і уже, наверное, в четвертый раз слышу этот вопрос. Он вас не болит, а нас очень волнует. Знаете, я журналист. Поэтому, а теперь как надо, журналист, знаете, при знакомстве обязан сразу, предупреждать. Я понимаю, из России, да. Я не понимаю. Извините, тут один журналист сейчас возле аэропорта, тоже в шапочке с надписью «Пресса», по фамилии Пореченко, стрелял по нашему. У нас слово «журналист» сейчас сначала... очень неправильно, особенно российский журналист. Поэтому давайте вы оставайтесь главным редактором «Дождя». Нет, смотрите, я буду отвечать на других... Смотрите, вы не журналист, поэтому, поэтому давайте вы не будете мне рассказывать о том, кто журналист, а кто нет. Я очень хорошо знаю, и в том числе про своих соотечественников отличаю, кто журналист, а кто нет. А Пореченко сначала, кто? Я сначала отвечу на вопрос вашего коллеги. По поводу Крыма. Про Пореченко в отдельном сегменте говорили. Нет, я отвечу вот прям сразу. По поводу Крыма, конечно, как журналист я должен... Ну, это моя обязанность. Следить за тем, что происходит. И, конечно же, я вижу, что де-факто ситуация в Крыму такова, что он является частью Российской Федерации. И местное население, видимо, тоже так считает.
Это мой ответ на ваш вопрос. В этом плане я скорее придерживаюсь той же позиции, что и Ходорковский, и Навальный. Ну, плюс-минус. Что касается Пореченкова, он, конечно же, актер. Он не является журналистом. И это, в общем, даже некоторое вроде преступно. То, что человек... в каске с надписью «Пресса». Вот, кстати, взял, можете видеть, взял, вот это вот история, оружие в руки. Вот он красуется. Это абсолютно однозначная история. Ее даже смешно, ее даже ну, непонятно, как можно обсуждать. Тут нет второй точки зрения. Ее не может быть. А последствия вот какие-нибудь для Пореченкова, как вы думаете? В России. В России, я имею в виду. Здесь понятно, здесь... Уголовное дело. Ну, значит, здесь там, заведено уголовное дело, но мне, на кого-то другого нас не зазвонили. Мне тоже интересно. Мне тоже интересно, например, как... Вот когда он вернется в Москву и пойдет в Московский художественный театр, где он служит актером, придет, а там Олег Павлович Табаков и другие его коллеги по театру, вот как они продолжат с ним общаться, мне любопытно. Я вот хотел бы на это посмотреть. Я бы тоже. Я бы тоже. Вам уже поставляли... Борислав. Борислав. В начале программы сказать? Мы подошли друг к другу с Андреем Ильенко. И порадовали, что Троещина подарила двух националистов этой Верховной Раде. Это да. Раз. Это просто это эпическое начало. Однажды шли по коридору Борислав Береза, правый сектор, Андрей Ильенко, Соловьев. Это на самом деле это не так плохо. Это показано, кстати, что самый народный район проголосовал за националистические силы. Это раз. Второе. Мы благодарны всем тем, кто поддержал нас. И в данный момент мы действительно ведем переговоры. И скорее всего, что будет, если на это если получится, если мы сможем договориться, я думаю, что мы сможем договориться, что-то мне подсказывает, то вполне возможно, что в парламенте появится таки первая настоящая патриотическая фракция. Это раз. Второе. Также туда присоединяется... Также сегодня высказал желание, мы обсуждали с Борисом Филатовым этот вопрос. И еще с несколькими... мажоритарщиками, которые прошли. Так что я думаю, вариант, что появится в парламенте новая фракция, более чем реально. А также полностью поддерживаю Андрея в вопросе, что мы будем поддерживать любые проукраинские вопросы. Мы будем поддерживать все законопроекты, которые будут, в которых будет затронут вопрос возрождения Украины и вопрос улучшения жизни Украины. Но мы будем жестко противостоять любому дерибану, любой кулуарщине и любым закулисным договоренникам. Я думаю, здесь господин Ильенко у нас вообще не может этого согласиться. Евгений, могут начинать сейчас, потому что договорняк идет в полный рост и дерибанят так, что аж тырса летит. Господин Шуфрич, если люди договариваются без вас, это не договорняк, это переговоры. Я думаю, да? Я смотрю, что Бют тоже в этом не участвует. Александр. Позвольте, я Нестора прокомментирую. Он не только хороший бизнесмен и говорит афоризмами, он еще хороший демагог. Он 10 лет говорил, 10 лет будет говорить теми же самыми словами. Я хочу обратить внимание, что против коммунистической партии возбуждено дело на закрытие коммунистической партии за антиукраинскую, антигосударственную политику на протяжении последних лет. И то ли слабость этой власти, то ли действительно, чтобы легитимизировать вылет Компартии из политического украинского бомонда, ей дали проголосовать, людям дали проголосовать за партию. Народ сказал нет коммунистической партии, но дела против партии, функционеров, находящихся в Луганской и Донецкой области, которые ввели сепаратистские движения, поддерживали сепаратистов, и которые дали возможность загореться Донбассу. Может быть разделить вот, условно говоря, преследование конкретных функционеров и попытку запретить компартию как политическое движение? Преследование функционеров, к сожалению, почему еще оппозиционный блок, я сказал, что я удивился. То ли это слабость украинской власти, то ли это договорные отношения, но то количество потенциальных преступников, о которых может сказать только суд, против которых возбуждено огромное количество коррупционных расследований. И эти люди попадают в парламент, начиная от Бакулина и заканчивая целым сонмом людей по фамилии Бойко и так далее. Удивительная вещь, как мы смогли, у граждане Украины, провести этих людей в парламент. Ну, молодой человек, я не знаю, кто вы такой, честно говоря, первый раз. Меня зовут Александр Харебин, здравствуйте. Я с вами встречался, вы знаете где. Thank you.
просто, господа, давайте не будем превращать Надеюсь, что все-таки не там. С Нестором Шуфричем. Я вас очень прошу. Молодцов, может быть, мы и встречались, но, видно, так ярко, такая была яркая встреча, что я о ней не помню. К сожалению, вас и запомнил. Вот. Вы знаете, вы меня только что очень сильно, не то что удивили, покоробило, потому что вы только что, вот так вот небрежно, сказали о 1,5 миллионах людей. Вы понимаете, где вы? Понимаю. А где 1,5 миллиона людей? Да. Так вот вы сейчас должны просто извиниться перед теми людьми, потому что вы их назвали не украинцами или еще как-то. А вот поверьте мне, это настоящие украинцы, которые сегодня, несмотря на безумное на них давление, гонение, пришли и сказали, что мы все делаем правильно. И если бы имела возможность вся Украина это сказать, я еще раз ответственно заявляю, мы бы выиграли эти выборы с результатом приблибудительно 24-26%. Ну, приблизительно, а вот в 2012 году. Это правда. Потому что 4,5 миллиона жителей Украины не смогли проголосовать. Теперь следующее. Я внимательно изучил все документы, которые говорят о первых шагах власти. И вы знаете, что меня действительно испугало и очень сильно напрягло? Одно дело риторика после, до выборов, но другой вопрос – действия власти после выборов. Ни в одном документе не говорится о том, чтобы компенсировать людям потери от замороженных пенсий и зарплат, чтобы компенсировать людям потери от роста цен, компенсировать людям потери от тарифов, которые подняли в два раза коммунальных, компенсировать от потери гривны. Никто об этом не думает. Говорят о каком-то внеблоковом статусе, да забудьте. Говорите о каких-то космических вещах, о которых люди очень далеко. Люди переживают сегодня за две вещи. За мир. И мы, кстати, об этом здесь никто не сказал. У меня такое ощущение... О мире и войне будем обязательно говорить. У меня еще такое ощущение, что кто-то хочет в этой стране повоевать. Вот это мы точно не позволим. Потому что еще одно активная фаза АТО и конец нашей стране. И это, к сожалению, правда. Сегодня власть должна думать мозгами. Ведь сегодня же, обратите внимание, за нас заплатили за газ, за Украину. За нас платят все наши обязательства. А что нам за это прикажут делать? Снова заморозить стипендии вот здесь присутствующим, заморозить пенсии, заморозить все социальные платежи, при том, что доходная часть бюджета выполняется на 100%. То есть у людей деньги собрали, а на компенсацию их жизни, которая стала в два раза дороже, ни копейки не дали. Вот это настоящее преступление. И в это время дерутся за фортуну. И Борислав. Нет, Иванович, Борислав. Я согласен. Надо действительно компенсировать. Вот вернуть деньги за вышки Бойко, украденные, и компенсировать. Надо по всему списку пройтись и полностью каждому все, что украл, вернуть. Потом покаяться, а потом можно разговаривать. А еще я хочу... Есть одна фраза, которую вам хотят сказать ребята, которые вернулись сейчас из Донецкого аэропорта. Это киборги. Это наш правый сектор. Это парни, которые защищают Украину. Я хочу заметить, представители оппозиционного блока в Донецком аэропорту с нашей стороны нет. Здравствуйте. Меня зовут Руслан, псевдо-Марик. Мы защищали аэропорт. И я не только в аэропорту был, мы были под Савурмогилой, Степановки, Красногоровку мы брали. Ну, сейчас не об этом. Я слушаю по поводу 4,5 миллионов людей, которые так хотели проголосовать за оппозиционный блок и за коммунистов. Но начну сначала хотя бы с того, что сколько я был в населенных пунктах, там людей осталось, если 20% осталось, так это хорошо, это первое. Уже половина уехала в Россию, половина уехала в Украину. Это первое. Поэтому там нету 4,5 миллиона людей. Второе, тот, кто так сильно хотел бы проголосовать за свою партию, он бы сел на автобус, приехал на территорию Украины и проголосовал бы. Ну, есть такая возможность. Спасибо. По поводу выбора. Евгений, я отвечу. Коротко. Руслан, я уважаю храбрость. Я уважаю храбрость. И вы храбрые люди. Но я
7 раз был в зоне боевых действий. Секунду. Для того, я отвечу. С какой стороны вы были, пан? Я был там по согласованию с украинским руководством. Для того, чтобы не было боев в Донецком аэропорту. Помогло? Руслан, я сделал для этого все. И 22 июня. Получилось, Евгений. Про Донецкий аэропорт будем говорить отдельно. 22 июня. Мы сели за стол переговоров и договорились о первом очень непростом перемирии, которое, к сожалению, продлилось 10 дней. Кто нарушил? Вы подождите. Кто нарушил? Борислав, я закончу. И мы 1 июля готовились ехать дальше в Донецк. Когда начались боевые действия, мы 2 июля готовились лететь в Минск. Я еще раз говорю, кто-то очень хотел воевать. Потому что сегодняшнее перемирие, от того перемирия, с точки зрения формальности, мало чем отличается. Но между двумя перемириями погибло десятки тысяч людей, разрушена экономика Украины. И мы на 10 лет сегодня, как минимум, обречены это все исправлять. Этого можно было избежать, и это мне болит. Почему не получилось? На этот вопрос мы еще будем искать ответ. Кто нарушил перемирие? Перемирие. Вот такі демагоги, як пан Шуфрич, вони привели до влади Януковича. Я вам скажу, вони привели до смертей, без здачі Криму, що Янукович... Ігор, на якому ви зараз перемирі говорите? Там не было никогда в жизни перемирия. Это все, ну, замалчивается. Руслан, я вам, сейчас есть перемирие? Нету там никакого перемирия. А зачем надо было тогда это перемирие? Чем оно хуже того? Нестор Иванович, я вас умоляю. Для того, чтобы вы... Мы будем говорить про Донецкий аэропорт подробно в следующей части программы. Пожалуйста. Цифры, ну... Давайте не влезать в этот спор. Спасибо. А можна Нестору одне питання? Таке просте питання. Нестор, а чий це був президент, що зрадив і втік з країни? Це нас чи вас був президент? Ви знаєте, а у мене друга репліка. Простіть, пожалуйста. Простіть, у мене друга репліка. Ви знаєте, у мене другий вопрос. А от вспоминається 2005-й, там 2006-й год. А Ющенко чей не разборки ли в оранжевом лагере привели к тому, что в итоге премьер-министром Украины при президенте Ющенко стал тот самый Виктор Янукович? А? Да, все так. А вот сейчас история не повторяется? Я думаю, что партии сейчас, фракции обречены договариваться. Просто другого варианта нет. И поэтому... Есть договоренности и договоренности. Нет, ну договоренности и договоренности. Я думаю, что они в итоге договорятся. Ну просто все политики должны понимать, да, столько за этот год, столько крови, столько смертей. Все, страна должна реформироваться. Назад пути нет. И люди стали умнее, люди все видят, да. Люди смеются, вот когда пан Нестор говорит какие-то, очевидно, глупые вещи. Даже никто не поймет, так же самое, люди будут смеяться с любого другого политика, независимо, какую политическую силу он представляет, если он будет нагло врать в глаза, что он проводит реформы, а их нет. И вот это, мне кажется, политики еще не до конца понимают. А кто говорит, кто врет, что проводит реформы, простите? Я же говорю, если будут, начнут врать, так, что у нас стартовали реформы, а если не начинают. Но мы видим, наверное, что и президентская сила не набрала столько, сколько могла бы, и это тоже какое-то там отражение. Ну хорошо, а вам не кажется, что президентская сила не набрала столько, сколько могла бы? Евгений, извините, у меня вопрос, журналист. Скажите, пожалуйста, глядя мне в глаза, в чем я в этой... Вы внимательно слушали, что я говорил в этой передаче. Скажите, пожалуйста, в чем я соврал? В глаза мне смотрите. По-моему, Кристина не про вас говорила, мне кажется. Она сказала, что я вру и говорю глупые вещи. Она не смогла ни одну повторить. Вот это сегодня манипуляция. Нет. Потому что я говорю сегодня о вещах, о которых у меня болит сердце. Вы собрали и сманипулировали. Я думаю, что у нас сегодня не бенефис Шуфрича. Потому что на фронте. Я просто хотів би сказати, що мені, чесно кажучи, якось дивно і моторошно, що у нас відбулися вибори, за які полягла Небесна Сотня, у нас за останні півроку загинули тисячі найкращих людей в боротьбі з агресором, а зараз тут сидить Шуфрич і всіх вчить, як жити. Нестор Іванович. Це абсолютно неправильна ситуація. Я не знаю, хто там голосував за опозиційний блок і так далі, але ви знаєте, і за Гітлера в свій час теж хтось голосував.
І це ж не значить, що це хтось отримує зараз індульгенцію. Сидіти і розказувати, що Україна винна в тому, що сьогодні в Україні війна. Може, все-таки ми почнемо з того, що це Кремль, який напав на Україну, і ваш Янукович, який був халуйом Кремля, а потім всі. І сидить зараз у свого хазяїна Путіна у ногі. Так само, як ви сиділи у Януковича у ногі. А зараз ви розказуєте і всю країну вчити жити. Подивіться на людей і на матерів тих солдат, які загинули на фронті. Хто почав війну? Хто кричав «Путін, прийди» на антимайдані в Маріїнському парку? Це хто кричав? Може ви це робили? Може ви покаєтесь нарешті за свою діяльність? Я буду такие делать заметки постороннего. У меня есть ощущение, что я нахожусь в студии телеканала «Россия-1». У меня абсолютное ощущение, что я нахожусь на родине, это российское телевидение. Потому что уникальная ситуация, вот мне так кажется, что все в студии придерживаются одной точки зрения. И уровень дискуссии, он как бы не заходит дальше спора между всеми, и Нестором Шуфричем. Я давно очень слежу за украинской политикой. Хорошо знаю, кто такой Нестор Шуфрич. Чего стоят его слова, какой у него политический бэкграунд. Вот меня как бы не обманешь. Но при этом это очень странно. Почему главная тема, она как бы вот такая черная или белая, там Шуфрич или все остальные. Тут вот какой-то рояль в кустах появился и тоже против Шуфрича. Зачем двигать дискуссию на вот этот какой-то примитивный уровень, когда у вас есть возможность разные проблемы обсуждать? Абсолютно. То есть вот интересно, если бы Шуфрича не было, вы бы о чем говорили? Так проще всего так голоса избирателей формировать. Вы сказали, что я просто зрозуміти одне. Ви приїхали в Україну, просто от момент, так? Ви сидите зараз на українському телебаченні, при цьому 15 хвилин назад заявили, що в принципі окупація Крима, це в принципі нормально. І що в принципі ви з цим згодні. Так от ви від Пореченкова відрізняєтеся тільки тим, що він веде себе нагло, ви себе ведете інтелігентно. Але логіка ваших дій така сама. От і все. Позвольте мне за Михаила заступиться. Он не говорил, что оккупация Крыма это нормально. Я же сказал, что это погоджуюсь с сыном, что это нормально и так далее. Так и Навальный и Ходорковский говорили не о том, что можно лично обо мне тут говорили. Евгений, лично я и Янукович. Я отвечу одной фразой. Вот тут переживают за люстрацию. Меня Янукович проиллюстрировал 10 июля 2010 года. Меня. Когда поменял меня... На пологу, который сейчас в блоке Петра Порошенко. Вот и все. Будет у вас. Бедного заслоняя, понимаете? А РНБО кого только не отправляли. Вот давайте не будем РНБО. Давайте. Евгений. Вот потому что мы остались с теми людьми, которые были в Ставе 10 лет, 1,5 миллиона людей и проголосовал. И это граждане Украины, которые, поверьте мне, еще обеспечат своим стойким поведением стабильность в этой стране, которые четко знают, что Донбасс это Украина. И они это продемонстрировали, придя под дулами автоматов и проголосовали. Вот это настоящая Украина. Спасибо. Мы продолжим этот разговор. И, как я говорил, отдельно, особо поговорим о Донецком аэропорте в следующей части нашей программы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Спасибо за аплодисменты. Продолжаем программу «Черное зеркало». Я напомню, программу «Черное зеркало» вам представляет редакция подробностей. И я ее ведущий
Евгений Киселев. Здесь у нас произошла в студии частичная смена состава. Обидевшись, нас покинул Михаил Зыгарь. Ну, я шучу, он совершенно не обиделся, просто поездка у него в Киев недолгая и много других дел, в том числе и поздно вечером. Зато к нам присоединилась Ирена Карпа. Вместо свободовца Андрея Ленка здесь у нас Валерий Ващевский из радикальной партии. Я только уточниться бы хотел. Вы, Валерий, по списку или по мажоритарке? По списку. По списку, понятно. Но тут у меня вот еще есть гости, которые не имели возможности ничего сказать. Была тема того, что выборы эти, как сказал Алексей Лихман, с этой точки зрения можно спорить, соглашаться или нет, были грязные. И вот здесь у нас человек, который тоже так считает, как я полагаю. Это кандидат в народные депутаты по 132-му избирательному округу Василь Капацина. Насколько я понимаю, вы сейчас проигрываете выборы, да? Карнацкому. Сколько голосов не хватает? 272 голоса. Ну хорошо, и как... Украли голоса у вас? Ну, безусловно. Вот я просто хочу все-таки согласиться с Алексеем. Вот, компания очень грязная, очень аморальная. И самая... Ну, может, это вы говорите, потому что проигрываете? Ни в коем случае. Вот, для меня парламент не самоцель. Я человек прагматичный и мне партийный. Но я хочу сказать, что когда под флагом... А вы самовыдвиженец, да? Я самовыдвиженец, да. И под флагом провладной партии идет кандидат, который 132-й округ забрасывает просто грязью. А что, в чем выражается... Что он забрасывает грязью 132-й округ? Все подъезды домов, все почтовые стрелки. Грязью обмазаны? Ну, не грязью обмазаны, я имею в виду материалами агитационными, где просто откровенная грязь, обвинение оппонентов в различных преступлениях. Там, вот, и тому а вас подобное. Конкретно в чем обвиняют? Ну, что я только детей не ем. Ну, а еще? Ну, торгую оружием, торгую алмазами. Это что? Вы не похожи на торговца оружием. Да, безусловно. Если бы я торговал алмазами, я бы вам принес бы вот один. Ну, надеюсь. Такой маленький. Но на самом деле я хочу сказать, что вот ответить на вопрос, ну разве это выборы, когда за несколько дней до выборов сжигают дом, где проживают, снимают это для жилья несколько членов моей команды. На второй день после выборов... Может, случайно сгорел? Ни в коем случае. Случайно не погиб человек, находящийся в доме, слава богу. А вот на второй день по счету голосов 8 обысков у меня и у моих детей. Это что, выборы? Ну и хорошо, что вы намерены делать? Я буду сопротивляться, более того, у меня есть все доказательства фальсификации выборов. Тоже чей-нибудь дом подожжете? Ни в коем случае, Евгений, вот это не наши методы. Я, безусловно, буду защищаться, я подал в суд. Я сегодня сделал заявление о фальсификации с документальным подтверждением выборов. На 10 дельницах, где контролируют эти села бизнес Карнацкого. А какой у него бизнес, простите? Аграрный бизнес. Значит, скажу такую вещь, что мне позвонили и доложили, проинформировали десятки членов участковых комиссий о том, что выборы фальсифицировались. С моей стопки перекладывали стопки моих конкурентов, тем самым понижая мои голоса. Послушайте, Василий Михайлович, вы понимаете, что ваша позиция все-таки для любого зрителя, который нас сейчас смотрит, может выглядеть уязвимой? Не в коем любой человек, который проигрывает, всегда говорит о фальсификациях, о нарушениях. Я, кстати, хочу на самом деле... И публика к этому, знаете... относится, ну, привычно. Ну, конечно, я проиграл просто... после драки кулаками машет. Вы мне задали вопрос, я абсолютно хочу, я готов проиграть, но только честно. Честно проиграть. Вот. Значит, для этого тот же Карнацкий в 2012 году на все весь мир, на всю Украину кричал, что ему не дают пересчитать голоса, а сейчас все делает для того, чтобы воспрепятствовать пересчету всего лишь на 10 участках. Все ему подконтрольных. А там, очевидно, фальсификация, но даже не в этом дело. Карнацкий, вы скажите просто для... Он кандидат тоже самого движения? Или... Нет, он от провладной партии, от партии блока Порошенко. И я хочу, кстати, ответить на вопрос, почему очекованный процент очень низкий. Слишком много подобных людей блок Петра Порошенко позвал под свои знамена. И в этом, кстати, одна из самых серьезнейших причин и поражений низкого... Ну, того не именно процента, который ожидался. Это мое глубокое убеждение. Потому... Понятно, понятно. Вот как раз хотел бы задать присутствующим здесь господам политическим или там политологическим экспертам. Ну, Тарас Черновол представлять долго не нужно. В прошлом народный депутат, а сейчас именно политический эксперт. Вопрос, почему, на ваш взгляд,
результат оказался ниже. Ну, 4 ходки в парламент, в 2012 році програв чесно, абсолютно чесно, а в цьому році вирішив, що, мабуть, треба собі зробити певну люстрацію після тих речей, які були, і після того, що я був все-таки в тій команді, в якій не треба було бути в певний період. Тому поки що можна займатися експертною роботою, тут все може бути чесніше. Тепер, що стосується і результату, і взагалі того настрою, якому ми почали. Знаєте, якийсь такий політичний мазохізм, вибори найбрудніші, я згоден, 10-15 округів, вибори пройшли на жаль, дуже брудно по мажоритарці. Дуже брудно і дуже це неприємно. На минулих виборах 200 округів, де вони пройшли так само брудно. Ліпше, щоб було б ноль таких округів. На жаль, це сталося. По списках, по партіях вибори пройшли чесно. Основна маса парламенту обирається чесно. Але це не означає, що не відбувалися технології. Що стосується блоку Порошенка, я можу дивитися з боку, тим більше я голосував за іншу політичну силу. Але я десь сприймаю їх як певних жертв одної такої дуже вмілої маніпуляції. Давайте згадаємо, от як можна політичний проект відрізнити від, ну, політичну спеціальну акцію відрізнити від звичайної політологічної роботи. Паралельно запускається дві складові, і вона різко починається, різко зникає. Ну, офіційна складова, це колись той же самий Народний фронт, ні одного злого слова проти своїх опонентів, друзів ніби, там як було у Висоцького, друзі-соперники, але паралельно з тим, ну, тільки одна основна теза, проголосуйте за прем'єрство Яценюка. Але з другого боку, паралельно, в один день включилася пропагандивна машина, велетенська кількість експертів, якісь випадкові люди, весь Фейсбук забитий речима, які мені виглядаються смішними. Ну, пригадуєте, Порошенко перетворюється на другого Януковича, Порошенко концентрує в себе владу, Порошенко її нарощує, він хоче все сконцентрувати, і це все буде там страшна диктатура і тому подібне. Знаєте, трошки знаючи і того ж самого Петра Олексійовича, і інших з життя, причому з не найкращих ситуацій, ми не були великими друзями, але я можу сказати, що це виглядає певним блефом, а потім, як це все різко закінчилося, все стало на свої місця. Операція, яка дала добрий результат для конкретної політичної сили. Як це відбувається? Знаєте, був реальний рейтинг, та ж саме Народний фронт вже балансував майже на межі проходження в парламент. І велетенська кількість людей, які за той же самий блок Порошенка збиралися проголосувати, якийсь момент засумнівалася. Розказують, що там буде диктатура, розказують все, а давайте десь зробимо баланс. І трошки відсунемо туди голоси, і це і зробило такий переплив. Чи це трагедія? От давайте зараз припинимо самоїдство. Немає трагедії. В Україні відбулась дивна річ. Попри те, що страшний соціальний стан і війна далі триває, і все інше, 50 фактично процентів проголосувало за діючу владу, рахуючи партію «Свобода», яка теж йшла як діюча влада, і разом вони набирають половину виборців всієї України. Добре, а що ви думаєте по поводу процесу создання коаліції? А тепер знову у момент самоїдства затягується процес. Давайте читати Конституцію. Процес створення коаліції починається в день прийняття присяги народними депутатами України. Все, що відбувається зараз, це є все абсолютно неформальна частина. Вони можуть домовлятися, вони можуть сваритися, вони можуть розказувати один одному що завгодно, пропонувати будь-які документи. Це нормально, це є добре, що вони почали зараз, а не оцю передісторію, преамбулу вони не почали після дня вже прийняття присяги. Це означає, що зараз пересваряться, зараз перерахуються, але давайте, я думаю, що це є абсолютно нормально. Просто вперше це вихвило зовсім відкрито назовні, і ніхто цього не приховує. Але ще один такий знову момент. Ми побачили зараз таке, знаєте, дитяче бажання. От, скажу, що я дуже не люблю Арсенія Петровича, але мене просто вразило голосувати. А чим він перед вами перевинився? Перед мене, зі мною абсолютно нічим. Ну, може, колись групі юристів, серед яких був і мій помічник, якого я відпустив попрацювати, які працювали не одною його виборчу кампанію, не заплатив гроші за роботу, а потім їх ще звинувачили. Вони потім в мене в кабінеті сиділи, писали там якісь доказові бази, чому він їх обдурив і наскільки це непорядно. Тому після того в мене ставлення підозріли. Але поза тим всім іншим, розумієте? Заплачено за той уряд, який був кров'ю. Ну, Небесна Сотня була, кров заплачена. І після того ділити квоти таким способом, як березні ділили, корупцію не знищити, а тільки наростити, навіть не попробувати започаткувати жодну реформу. Після того виходите до виборців і говорите, голосуйте за прем'єра, щоб прем'єр був знову. І зараз зривати коаліційний цей процес фактично. Ну, хай там був, але все одно, якимись амбіціями, нав'язувати там себе переможцями. Ну, давайте згадаємо одне з визначень демократії. Два, власне, визначення, які ніхто не піддає сумнів. Демократія – це процедура, і демократія – це є влада більшості, яка не топче
права меншості, а визнає ті права, але влада більшості. Тарас, ну, наступні, я закінчую вже. В наступній Верховній Раді і в тій коаліції, хто в коаліції матиме більшість? Ну, ми розуміємо, фракція Порошенка матиме більшість, в них буде реальна перемога. Який сенс в тому, щоб зараз робити скоку? От приймемо ми логіку Арсенія Петровича, от приймемо, уявимо собі. І що відбудеться? Відбудеться, Арсеній Петрович прем'єр-міністр, всі, кого він по квотах хоче, стають міністрами нібито. І це виноситься в Верховну Раду. А в коаліції абсолютна більшість, яка з цим не згодна. Все одно мусить бути голос більшості, який має враховувати позицію меншості, але її не підміняти. Тому що колись це називалося аристократія, а сьогодні це називається, вибачайте, олігархія. І мені здається, що дуже добре, що це почалося сьогодні і на очах всіх людей. Тому що це означає, що за три тижні, які будуть тривати всі процедури, в тому числі оскарження, я розумію, що в вашому окрузі в інших оскарження будуть. І за ці три тижні, в кінці листопада, десь або на початку грудня, буде прийнята присяга депутатами. І до того часу можна буде зрозуміти нарешті, хто є хто, нарешті вийти на реальну кількість фракцій, і після того розмова закінчиться дуже швидко. І якщо не буде поступок, скажімо, я не знаю, хто має стати прем'єр-міністром, хто буде краще, але, скажімо, не буде поступок з одного і з другого боку, ну, в кінці кінців люди не дозволять, щоб знову була довга коаліціада. Ну, буде третій прем'єр-міністром, і вся коаліція, в тому числі і фракція Арсенія Петровича, і Петра Олексійовича, гарно, красиво проголосують. Ну, проголосують чи за Садового, чи ще там за когось, і буде третій варіант. Але буде. І коаліція буде створена за тиждень після того, як відбудуться прийняття присяги депутатами. Тому давайте не будемо робити самоїдства. У нас буде все добре. А ви согласні з нашим кандидатом-мажоритарщиком? Это вопрос и к Тарасу, и к Костю, да, Бондаренко, да, у нас да. Еще один политолог. Вот согласны ли вы со словами нашего кандидата-мажоритарщика, может быть, неудачника на этих выборах, Василия Капуцина, который акцентировал на нечистых списках, да, непрозрачных списках, и в частности мажоритарщиках. Василий ведь многого не рассказал еще о своем оппоненте, о Карнацком. Это человек, за которым тянется огромный шлейф. Ну, давайте не будем сейчас это и российское гражданство, в котором его обвиняют. Ну, я просто так напомню, да. И таких людей много. Повлияло это действительно на результат выборов или нет? Ну, знаете, у нас перед кожними виборами, кожна виборча кампанія, починаючи з 2006 року, починається тим, що всі політики починають говорити про необхідність запровадження прозорих списків. От, і відповідно одразу ж, як тільки підходять до цієї теми, одразу ж розуміють, що прозорі списки – це відповідно хрест на тіньових операціях при продажу місць у тому чи іншому списку. Ну, а вони самі собі не вороги. Апарат, керівництво тієї чи іншої фракції. Особливо це стосується фракції, які претендують на найбільшу кількість місць, на найбільшу кількість мандатів. В цьому році активно продавались місця в списках? Ну, так, дуже активно. А прем'єри? Дуже активно. Суми, прем'єри? Насправді, я скажу так, що можу сказати, що цього не буду називати конкретні приклади, не буду називати конкретні суми. Скажу, що криза диктує свої умови і, відповідно, цього року ціна впала. Подешевшало. Жизнь заражає, мандати дешеві. Що стосується... Що стосується цього питання, чому одна фракція, там, скажімо, чи одна політична сила, одна партія, ще не фракція, набрала менше, ніж прогнозувалося. Ну, то насправді, скажімо так, у Блока Порошенка, у нього з самого початку говорилось про те, що у нього немає ядерного електорату. Блок Порошенка – це хвиля. Певна хвиля, яка винесла Порошенка на, скажімо, на емоціях певних, на певних подіях винесла нагору. І прогнозувалося, що частково ця хвиля піде на спад. Ядерного електорату такого, як є у Тимошенка, як є в опозиційного блоку, як є, зрештою, там, скажімо, у якихось інших політичних сил. От, цього так, ядерного електорату... А у Яценюка теж волна? Теж на спад пройде? Вона теж, це теж хвиля. Це теж хвиля. І в Яценюка, і у Порошенка є хвиля. Вони не встигли сформувати ще оцього ядра, яке є необхідне для того, щоб можна було з однієї в іншу політичну кампанію переходити. Порошенко, згадайте, у грудні місяці минулого року у нього було 1,5% рейтинг, загальноукраїнський рейтинг, президентський рейтинг був 1,5%. В січні це вже було близько 5%. Потім у березні вже говорили про 10%, почали говорити про те, що він може бути потенційним президентом. І поступово він пішов до 5%.
50% у травні місяці, а після цього, відповідно, хвиля пішла дещо на спад. І це абсолютно природньо, що ця хвиля пішла на спад. Більше того, йшло дві партії, які представляли владу. Вони йшли, вони конкурували між собою. Влада конкурувала з владою. Одна частина влади говорила про мирні ініціативи і говорила про те, що нам необхіден мир. Друга казала, що нам необхідно більш жорстку політику і потрібно закручувати гайки в усіх напрямках, в тому числі в військовому напрямку. Відповідно, виявилося, що приблизно симпатії електорату, який довіряє владі, приблизно порівну розділився між однією і другою фракцією. Ну, про це сьогодні, очевидно, варто говорити. Але давайте також будемо відштовхуватися від того, що вибори у нас відбуваються не за партійною, не виключно за партійною, а за змішаною системою. І відповідний результат не лише по партійних списках, а й по факту вже скільки депутатів увійдуть у ту чи іншу фракцію. Ну, вже є підсчети, що до 150 депутатів. Ну, 132, здається, 132 влади, так, це тих, які можуть приєднатися. Тому тут може змінитися дещо ситуація. До речі, про опозиційний блок багато тут говорилося. Я не здивуюся, якщо, наприклад, опозиційного блоку буде не 29, як зараз депутатів, а буде 60, наприклад, депутатів. Подивіться на самовисуванців. Понятно, що серед з самовдвиженців є люди, які, скоріше всього, ну, скажімо так, не будуть формально членами фракції, але будуть її підтримувати. І сьогодні у нас багато говорять про те, що можуть об'єднатися дві політичні сили, створити коаліцію, а якщо не об'єднаються, не буде трагедії. Насправді може бути таке, що, скажімо, президентська фракція спільно із двома-трьома іншими політичними силами сформує коаліцію, а прем'єр тоді опиниться, наприклад, ну, у опозиції. Буде? Понятно. Спасибо, спасибо. Я прошу прощения. От умных разговоров о политике хотелось бы обратиться к тому, что происходит в реальной жизни. У нас сейчас на связи с нами, насколько я понимаю, Роман Бочкала, наш корреспондент, который находится на востоке Украины. Скажите, пожалуйста, какая ситуация там сейчас? Роман. Добрый вечер, Евгений Алексеевич. Добрый вечер, уважаемые телезрители, студия. Ну вот над нами сейчас постоянно что-то летает, какие-то артснаряды, периодически слышны разрывы. И вот мой оператор Владимир Дедов говорит, такое впечатление, что у кого-то постоянный день рождения, какие-то салюты. Но вот такая вот ситуация, то есть празднуем. Рома, это Леша Лихман, здравствуй. А где конкретно ты вот сейчас находишься? Что ты сегодня видел? Я знаю, ты, да, ты был недалеко от Донецкого аэропорта. Какая там ситуация сейчас? Ну, что касается Донецкого аэропорта, то должен признать, что в последние 2-3 недели интенсивность обстрелов снизилась. Тем не менее, террористы постоянно открывают огонь по позициям украинских военных. Наши отвечают только в случае крайней необходимости. К сожалению, таковая возникает постоянно. Но нужно сказать, что, возможно, это повлияло перемирие, хоть и шаткое, но тем не менее. Вот, но вот интенсивность несколько снизилась. Хотя вот такой огневой пинг-понг он постоянно происходит. Роман, а у меня вот такой вопрос. Как с фронта, кажется, как представляется вот происходящее в Киеве? Вот попытки договориться в кулуары, переговоры по поводу коалиции. Люди готовы ждать еще несколько недель того, что в стране появится новое правительство, новое старое правительство? Роман. Евгений Алексеевич, ну вот из моего сегодняшнего опыта общения с украинскими военными, я ни от кого из них не слышал вообще ни слова о каких-то переговорах. Одного бойца волновало то, что у них закончились кровоостанавливающие средства. Второго волновало то, что у него нет теплой обуви. Вот такие тут разговоры. То есть, иными словами, конечно, если не будет кровоостанавливающих средств и теплой обуви, терпение может лопнуть? Роман. Ну, вы знаете, терпение на пределе, я бы сказал. Потому что вот все, ну, чего-то ждут, военные в напряжении, конечно, они хотят каких-то более решительных, понятных действий,
которых, к сожалению, не наблюдаются, ни находясь здесь, ни находясь в Киеве. Вот есть вопрос у присутствующего здесь новоиспеченного депутата Борислава Березы, не вступившего еще в свои права, но он уже, мы знаем, представитель правого сектора, который будет заседать в Верховной Раде. Если в исполнительную власть не уйдет, конечно. Не уйду. Роман, у меня к вам очень большая просьба. Не повторяйте российскую кальку про перемирие. Там нету перемирия. Гибнут патриоты Украины. Гибнут представители, фактически, лучшие сыны Украины сейчас гибнут. Пока это не перемирие. Это так называемое временное прекращение огня, которое почему-то постоянно нарушается. Не называйте так просто. Ну что ж, Роман, спасибо большое. Борислав, я так и сказал, что это так называемое перемирие. Так называемое перемирие. Спасибо, Роман, я на связи, напомню, на связи с нами был наш корреспондент Роман Бочкалов. Что-то хочет добавить. Роман, еще минуту у вас есть. Вот сейчас, вот слышны, такой арт-зал прозвучал, такой довольно плотный, он продолжается. Ну вот вам и перемирие. Ну вот нам и перемирие, да. Спасибо, Роман. Возвращаемся в студию. И вот что сейчас я хотел бы предложить обсудить и о чем послушать присутствующих здесь наших гостей. Значит, я напомню, мы об этом уже говорили в самом начале. С одной стороны, громкий скандал в связи с появлением российского актера Пореченкова, Михаила Пореченкова, который, надев каску с надписью «Пресса» и вооружившись, я уж не помню, там автомат у него был или винтовка, открыл огонь в сторону... Пулемет. Пулемет «Утес». Пострелял в сторону... Бронебойно-зажигательными пулями. Бронебойно-зажигательными пулями, но теперь он оправдывается, говорит, что патроны были холостые, и вообще я не я, и это был не Михаил Пореченков. Он перед этим сказал, что что вы хотите, я их тихо часто хожу. А Иван Поддубный. Не, на самом деле, я хочу сказать сразу, смотрите, он просто испугался. Классический страх. Подонка, классический страх. Он сначала браваду свою показывал, что ему безразлично. А когда ему объяснили, что произойдет дальше, что он никогда не выйдет за пределы РФИ, он перенервничал и испугался. А теперь пытается оправдываться. Ну, потому что, ну, мерзавец. Просто такий відчайдушний хід його продюсера. Ну, не знаю, мало ли. Просто, ну, і війна, війна, в принципі, притягувала придурків до людей. Ми так у нас прежнє таке, знаєте, немножко советское отношение к людям этой профессии, да, к актерам. А кто сказал, что вообще актеры должны быть... Почему они вообще должны быть носителями каких-то идей? Это всего лишь лицензия, слава богу, среди них встречаются Адероновцевы и Илья Хиджаковы. Вторая история, которая случилась сегодня в Москве. Там, радиостанция «Эхо Москвы» получила официальное предупреждение от Роскомнадзора за то, что опубликовала рассказ присутствующего здесь у нас корреспондента американской газеты «Лос-Анджелес Таймс» Сергея Лойко о том, что происходит в Донецком аэропорту. Это было сначала в эфире, а потом расшифровка этого разговора с корреспондентами, ведущими «Эхо Москвы», появилась на сайте. И вот Роскомнадзор потребовал, чтобы этот материал с сайта сняли, и объявил предупреждение. Как известно, два предупреждения – это уже, может лишение быть, лицензии, повод лишения лицензии и закрытия средств массовой информации. Так вот, я хотел бы сейчас предоставить слово Сергею Лойко и попросить его все-таки, чтобы он нам рассказал, что он видел и что он фотографировал. У нас есть подборка его фотографий на стене в зоне Донецкого аэропорта. Ну, я хотел бы немножко сказать о предыдущем эпизоде. Вот у меня нет проблем с тем, что там делал этот мордастый придурок. Единственное, что он неправильно сделал, если он хочет стрелять, пусть он туда приезжает и стреляет, это его право. Зачем он надел каску с надписью «Пресса»? Это было преступление против всех нас. Кстати, надо отдать должное Российскому союзу журналистов, который сегодня тоже выступил с заявлением, требуя извинений, потому что вообще, к сожалению, от Российского союза журналистов этого ждать не приходилось. И стрелял он из пулемета «Утес» крупнокалиберного 12,7
десяток миллиметра. Я ехал внутри бронетранспортера 10 минут в аэропорт. Вот патроны этого пулемета «Утес» пробивают броню бронетранспортера, и вот этот парень, эта звезда российского кино, мог меня убить, мог убить какого-то другого солдата. То, что он сделал, это преступление. Вот за это надо лишать российское телевидение, где он там появился или в чем он там, и горчичникам показывать, а не за то, что случилось на «Эхо Москвы». А теперь о том, что я там увидел в аэропорте. Я был абсолютно поражен тем, что я там увидел, и меня поразило потом, накрыло как вторая волна, реакция Украины на это. Ребята, это у вас происходит 5 месяцев. Неужели нужно парню из Техаса было приехать, корреспонденту «Лос-Анджелес Таймс», приехать в аэропорт и вам об этом рассказать? Почему вам это не показывают? Почему вы не видели то, что там происходит? Ребята, там происходит квинтэссенция эпической битвы добра со злом. Что касается войны Украины, давайте называть вещи своими именами, за независимость. Что меня поразило? Когда попадаешь туда, все это похоже настолько нереально, настолько руинировано, настолько разрушено, как будто специально. И это похоже, с одной стороны, на дизайн какой-то постапокалиптической стрелялки компьютерной, а с другой стороны, на какой-то фильм-сет. Голливудского боевика. Голливудского боевика. И сейчас выйдет мой хороший знакомый Стивен Спилберг и скажет: снято. Но когда я увидел ребят, которые там находятся, среди всего этого кошмара, в этом здании, которое не должно стоять, потому что оно состоит из дыр. Там укрыться негде, даже во сне. Там лютый мороз. Там все кашляют и чихают. Там нечем согреться. Они согреваются только горячим чаем. Водки там нет. Кстати, там и матом не ругаются почему-то. Но говорят на оперативном русском языке. И вот вышли эти ребята. И я посмотрел, как фотограф, им в глаза. Я не собирался этого делать. Я снимал репортаж для своей газеты. Я понял, что я должен сделать галерею этих лиц. Галерею этих глаз. Чтобы они вам заглянули в глаза. Чтобы вы, голосуя, или там покупая пиво, или встречаясь с девчонкой, или прогуливаясь с ребенком, помнили эти глаза? Помнили то, что делают эти ребята там сейчас? Многие могут сказать, это бессмысленно. Бессмысленно защищать то, что нельзя защитить. Подъедут 2 танка, они сметут все это с лица земли. Но они там 5-й месяц, каждый день раненые, каждую неделю погибшие. Там продолжается... И вот то, что я там увидел, меня тут же отнесло в такой вот 41-й год из литературы, из такой живой литературы, написанной свидетелями того, что происходило тогда. Вот, например, у Михаила Кульчицкого есть такие замечательные строки: «На бойцах и пуговицы, вроде чешуи тяжелых орденов, не до ордена была бы родина с ежедневными Бородино». Конечно, никаких Бородино там нет, но там происходит ежедневное... Ежедневная, ежеминутная. Вот Рома Бачкало, мой хороший приятель, которому я посоветовал бы все-таки шлем надевать на себя, он сказал, что сейчас интенсивность спала. Ребята, последние 2-3 недели, если спала интенсивность, то какая там была интенсивность до этого? Я не знаю, это, наверное, был вообще адский ад. Вот что я там увидел... Мы в эфире же только слышали стрельбу, а он находится все-таки в стороне от... То, что я увидел, называется интенсивность. Каждая буква большая. И вот эти ребята, которые там находятся, они все там десантники, связисты, артиллеристы, спецназовцы, кого там только нет. Там такая сборная солянка, там не только 79-я бригада, хотя она составляет, так сказать, ядро, составляла, когда я там был. Там бойцы правого сектора, несколько человек, абсолютные герои, как и все остальные, впрочем. И все они, не только правый сектор, но и все эти десантники, они добровольцы. Вот каждый из них
приехал туда не по приказу. А спросили, кто хочет поехать в аэропорт. Они встали и поехали. Я вам больше скажу. Я находился в Песках несколько раз. Провел там очень много времени. И мой первый круг ада вашей войны, второй или третий или четвертый, был в Песках. И вот там очень много украинских солдат, тысячи украинских солдат. И большинство из них ждут не дождутся, когда они приедут в этот аэропорт. Потому что аэропорт превратился для них, для всех, кто борется на этой войне. Ведь подумайте, с одной стороны, это, у меня это 25-я война, 25-я командировка на войну. Ирак, Чечня, Афганистан, ну долго перечислять. Это самая дурная война по причинам. Я не видел другой войны, для которой абсолютно не было никаких причин. Все было высосано из пальца. Ребята, там происходит убийство, происходит война, которая не должна была быть, которую невозможно было начать. Это абсолютная глупая волна, построенная на лжи. И сейчас... Спасибо. И сейчас вот эта вот глупая, бездумная война превратилась в великую, вашу войну. И Эверест этой великой войны проходит в аэропорте. Вы сказали в одном из своих рассказов, я слушал ваше выступление предыдущее, что это украинский Сталинград. Я хотел бы сказать, вот я проведу дальше эту параллель от Михаила Кульчицкого, от Павла Когана, который жил в том же доме, где живу я, от Семена Гудзенко, киевлянина, кстати, вашего, и русского поэта и украинского еврея, который написал замечательные строки, и Павел Коган, который написал нам «Лечь, где лечь, и там не встать, где лечь, и захлебнувшись интернационалом, упасть лицом на выцвевшие травы, и даже мертвым славы не сыскать». И Кульчицкий, который написал «Бой был короткий», не Кульчицкий, а Гудзенко, «Бой был короткий, а потом лакали водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую». Вот эта романтика этой войны, она в глазах, вот эта вот романтика, которую я, в общем, не очень люблю, но я там ее увидел, она в глазах каждого из этих ребят. Там это все перекликается с Великой Отечественной войной. У вас был свой собственный Брест, Брестская крепость, это Саур-могила. У вас были свои котлы, свои окружения, свои жертвы бессмысленные, свои пленные, тысячи пленных, это был Иловайск. И теперь у вас свой мини-Сталинград, это аэропорт. И если в Сталинграде, по советскому клише, был сломан хребет фашизму, то здесь вот эти ребята, они борются за то, и они ломают хребет. Я уж не знаю, там, как это называть, фашизм или что. Но это вот этому Мордору, который послал вот этих орков, чтобы они превратили весь Донбасс, всю Украину, вот этот аэропорт. Слава Украине! Спасибо, спасибо, Сергей. Нет, Игорь, да. Сейчас уместно дать слово только нашим героям, которые вернулись оттуда. Вот у меня они просят высказаться. Добрый вечер. На самом деле я очень признателен вам за то, что вы действительно... Меня зовут Павел, позывной Удав. Очень признателен вам за то, что вы в данном случае высказываете, да, про Украину. Побольше бы нам таких людей, в СМИ, на самом деле. Потому что когда я приезжаю... Когда я приезжаю сюда домой, к своей семье, в свой родной город, я просто в шоке от того, что происходит здесь. От того, что показывают по телевизору, от того, как здесь люди живут. Они живут совершенно своей жизнью. В то время, когда Украина полностью должна сплотиться вокруг этой проблемы, когда у нас есть внешний и внутренний враг, происходит то, что происходит. Замалчиваются просто жертвы, которые там, количество. Замалчивается то, как сливаются ребята. Очень многие армейцы просто сливаются, причем своим командованием. Это все замалчивается. Я не могу понять, почему до обычных людей это не доносится. Мне очень жалко это видеть. У меня просто культурный шок из-за этого. А когда портфели делают? Когда портфели делают, ну, пускай пока играются на самом деле.
Почему? Потому что не так важно, как прошли выборы в парламент. Важно, что парламент потом сделает для Украины. Потому что люди очень сильно устали. И если они не поймут, что что-то нужно делать для людей, потом люди займутся парламентом. А это очень близко. И это очень скоро. Я додам тільки до цього, бо хлопці настільки скромні, що самі за себе не попросять. Ми сьогодні говорили з одним із кіборгів, який є безпосередньо в аеропорту. Буквально вночі горіло одне з крил. До речі, один з бійців правого сектора, здавалося, що задихнувся чадним газом, все-таки відкачали потім. В таких пожежах згорає дуже багато того, що було вже туди важким трудом добуто. Там тепловізори, всі ці приціли, тобто той самий теплий одяг. Зараз на той момент, ну, ми питаємо, що вам потрібно в неї? О, у нас свято. Нам привезли гарячу їжу, мівіна. Ну, от, щоб ви розуміли, студенти, да? Коли типу свято, це мівіна. Наскільки взагалі... Притому вони нічого особливого не просять. Але ми знаємо, що через два тижні в них, наприклад, закінчиться теплий одяг. Так от давайте просто, я про те, щоб не забивати, дійсно не жити оцим таким звичайним життям, що о, в нас все окей, ми пішли на пари, пішли на роботу, там зустрілись десь, випили пива, все нормально. Треба пам'ятати про те, що відбувається там. І це дійсно ЗМІ наші не доносять, наскільки цю картинку. Ми знаємо це в основному по Фейсбуку, через якісь там особисті контакти, знову ж таки, через волонтерів. Ще раз хочеться всіх покликати, віддавайте десяту частину того, що вам приходить, вам вернеться більше, але так чи інакше, ви ніколи не впадете в осінню депресію, бо ви допомагаєте. Ви будете розуміти, що ви допомагаєте комусь захистити нас, вистояти в цій війні. Немає нафіг ніякого перемир'я, абсолютно, ви бачите, що там відбувається. От, таким чином ще раз подякувати всім небайдужим і якось долучитися, хоч якось до того, що відбувається, дивіться, які обличчя, це просто жоден Голлівуд таких немає. Допомагаєш нам в цій трудній ситуації. Просто, вибачте, я ще додам, чого я почала. Це такі, типу, самі мені м'ясні, подайте на припитання. Тому що від уряду особливо там допомоги не дочекаєшся. Зато 3 мільярда гривень було відправлено недавно, це на Українській правді опублікувалося, на шахти ЛНР і ДНР. На ті шахти, з яких ми з вами там не отримуємо вугілля. Як дивитися в очі солдатам після отакого? От питання взагалі. Ірина. Я прошу прощения, что я вас прерываю, но просто как бы есть временные рамки нашей программы. Ради бога, извините. Да ничего. И еще есть отдельные наши гости, которые вообще ничего не имели возможности сказать. Но просто так уж, коль скоро вы взяли слово, я благодарю вас за то, что вы тем, что вы делаете профессионально, подчас даете возможность в нынешнее непростое время улыбнуться и даже посмеяться, и в том числе мультфильм, который... На этот раз мы показываем очередную серию про то, что бывает с вашими героями, когда они попадают в ад. Подробности UA and Ирина Карпа представляют. Серия 5. Космогония Ватника. Ад. Зі мною жизнь пройдя до половини, я очутився в сумрачному лісу. З собою не було даже мівіни, не говоря про водку й ковбасу. По цим несложним признакам наш батнік догадався, що ніфіга він не в раю пока. І вообще, умер он задавлений падшим пам'ятником Леніна, чи просто сладко уснув, заслушавшись гімном Новоросії в ісполненні Кобзона, непонятно. Агонія какая-то. Ну вот, батенька, и почему вы здесь? Пиво, небось, без водки употребляли? Или тренички сносили без остроносых туфель? Либо же программу Дмитрия Киселева пробухали? Признавайтесь-ка, сейчас мы будем вас с молитвой горячей потчевать. Тут из глубин ватного подсознательного донесся отчаянный крик учительницы литературы с прошлых лет. «Беатриче!» — вопила вона, намагаючись окунути детей в мир вечной классики. Да так и скончалась, думая, что попытка ей не зазнала успеха. Тільки ж, оказывается, ошиблась, про проводницу в иные миры ватник таки запомнил и тут же ее возжелал. «Ты кто?» Я Беатриче, та, хто шлет себя. Меня сюда из милого мне края свела любовь. Ты чё, я звезда ВКонтакте, не помнишь, сколько лайков получили мои фотки голландской туши с Боинга? Даже ту бабу, что все свое семейство в голландские курточки одела, я сделала. Так что пошли давай. А тебе это тут вообще не сыкотно?
Когда ты хочешь в точности дознаться, тебе скажу я, был ее ответ. Зачем сюда не страшно мне спускаться? А короче, не цикотно. В раю скучняк, а тут можно понаслаждаться, как они говорят, социальным неравенством, раз уж в жизни не удалось. Хорошо, тут все устроено, надежно. Тут вот у нас для тех, кто за «Динамо» Киев болел, площадь вечной иллюстрации. В цем котле для тех, кто с недостаточным уважением в караоке пел «Владимирский централ», вечное изучение и хоровое исполнение бандеровских песен акапелло. А здесь у нас за то, что приезжали на антимайдан, а хавать ходили на майдан, вечный замор голодом с демонстрацией особо садистических слайдов. Ну, тут у нас насильный переход в Европу. Самые, конечно, бесчеловечные издевательства. Заставляют плевать только в урны, улыбаться незнакомым людям, учить английский язык и быть ей толерантными. Но на самые страшные муки обречены будут, знаешь, кто? А те, кто 2 числа на выборы парламента ДНР не пойдут. Так что будь сознательным и не дай бог там спеть про выборы, кандидаты пидоры. Накажут по законам военного времени, и не увидишь ты ни чистилища, ни рая. Что потом пацанам расскажешь? Продолжение следует или to be continue. Ирена, спасибо большое. Ну, у нас не так много времени остается до конца программы, а вот Валерий Ващевский из радикальной партии Лешка еще не имел возможности. Спасибо, Евгений. Я прежде всего хотел бы поблагодарить за тот рассказ, за те уникальные фотографии, которые мы увидели. Мы на самом деле знаем и понимаем, что идет война. Я единственное, с чем не могу с вами согласиться, война без причин, вы сказали. Причины очевидные. Их как минимум 2. Первая причина – это великодержавный великорусский национал-шовинизм. Это первая причина. И вторая причина – слабое украинское государство. Вот вторая причина. И в результате мы имеем то, что… Я понимаю, что, может быть, да, но слабое государство, но рано или поздно имеет такого соседа, обречено вот на такую войну. Стоять, выстоять за свою независимость, за свою государственность и… были бы сильными, были бы мощными, не отдали бы свое время ядерное оружие, мы бы сегодня имели совершенно другую ситуацию. И мы сейчас возвращаемся опять к политике, о которой мы здесь много говорили, возвращаемся к выборам. Можно сейчас поговорить о том, что произошло у нас по итогам. Победила партия власти. Народ дал колоссальнейший уровень доверия власти. И это означает, что нужно немедленно сформировать коалиционное правительство, подписать коалиционную коллективную угоду. Треба зробити все для того, щоб влада почала працювати. Ось те головне, що нам треба українцям зробити. Я на закінчення, ви цитували декілька стихов, декілька віршів. Я хотів би нагадати один короткий великого нашого поета, сучасника. Українці мої, дай я вам, Боже, і щастя, і сил. Можна жити й хохлом, і не згіртне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами Україна? Це слова про те, що ми перестаємо бути хохлами. Ми стаємо українцями. Ми стаємо нацією, яка хоче бути незалежною. Ну, а от ви обратите внимание, уважаемые гости і зрители, як проголосували у нас на сайті, у нас було таке голосування, немножко ироническое, кто проиграл на этих выборах. И вот результаты вы видите, что все-таки коммунизм-то проиграл больше всех. Но проиграл и Майдан. Проиграл и Майдан, и их тоже людей, которые так считают, немало. Но меньше всех. Меньше всех. Но, смотрите, почти 1/5 считает, что в результате выборов проиграли реформы. Есть над чем задуматься. А 4-я Россия? Ну, проиграла националисты, без всякого сумнева. А все-таки свобода не потрапила. Смотря що понимать под словом націоналізм. Ми розуміємо, всі розуміємо одинаково слово націоналізм. Наш колись великий
українець Липинський казав, найбільші дві партії, які є загрозою для України, це комунізм і націоналізм. Нарешті ми з цим розібралися через 100 років і проблему цю вирішили. Я думаю, що в нас попереду серйозна напружена робота. Нам потрібна коаліція. При розмові про коаліцію я би хотів сказати, що нам зараз треба говорити не про посади, хто прем'єр, хто що ділить. Зараз треба подивитись на зміст цього документу, що в ньому написано, а там багато таких речей. Ми, Радикальна партія, підтримуємо. Слушайте, і готові підписати. Ви так взвішено і обстоятельно розсуждаєте сьогодні, Валерій, що я хочу сказати, дай Бог всім радикалам бути таким, як ви. Конструктивними, але... Стосовно коаліції, дійсно, щоб не програвали реформи, треба зробити, ну, якось визначитися, або хто, і це далі відбувається дерибан посад, які би я пацанам порадила, в принципі, дерибанити відкрито, прозоро десь на лондонській біржі, давайте вже аукціон, тому що, наскільки я знаю, зараз навіть в кредит ці посади продають. Або що, чи ми дійсно проводимо реформи, вирішуємо проблеми і ставимо якісь конкретні сроки. Тому хай вже буде хто завгодно прем'єром, це, ну, зрозуміло, що найкраще, якщо прем'єр і президент будуть разом, щоб не було цієї гризні, як Ющенка з Тимошенко було, коли вони мірялися всім літаками, скажімо так, та іншими статевими органами, і від цього ніхто, вибачте, не вигравав. Тому так чи інакше, треба не хто буде, а що буде зроблено, якомога швидше. Треба говорити про зміст сьогодні, це правда. А с души благодарю всех, но, к сожалению, наше время подходит к концу. Я надеюсь, что здесь присутствующие еще не раз придут к нам в студию и смогут выговориться. Но пока вынужден со всеми попрощаться. Встретимся в этой же студии в следующую пятницу. Спасибо.